не поверишь, Надежда Бабкина шила платье из кухонной занавески и не постеснялась признаться в этом самому Валентину Юдашкину. Я понимала, что ткани нет, я сняла... Я не знаю, откуда у мамы такая была занавеска на кухне, почти что атласная, да? Прославленный модельер был шокирован. Но так как я девочка деревенская, я сняла из одной занавески, я сделала себе платье сама. Значит, бросила на пол, прорезала... Нет, не легла. Я делала так, костюмы ансамбля «Русская песня» ложились, я срисовывала, и мы все делали какие-то из газеток вырезки, я тут не ложилась. А значит, прорезала дырку, одела на себя, вот так вот защемила булавочками, смотрела в зеркало, хорошо. Надежда Георгиевна уверяет, кухонная занавеска ее преобразила сказочно. И вы знаете, я была красавица, лимонного цвета, нереальная, просто нереальная. Все люди как люди, они такие скромные, да? Мало того, что я волосы покрасила в такой же цвет соломенный. Но это на сцене. В повседневной жизни Надежда Бабкина занавесками не обматывается. Сейчас много других возможностей. Сейчас есть. Да. Смотри, например, вот такой пиджак. Чем он не гламурный? Гламурный. Запросто.